начала, если я просто, я не знаю, я к чертам. Ребят, всех приветствую. В общем, дела. Я не могу сказать, что я сейчас как бы огорчен. Я сейчас просто нахожусь в шоке уже с самого утра. Просто дело в том, что, как вы знаете, я рассказывал в прошлых... кстати, насчет того левого сервака. Расскажу сейчас сразу тогда. Давайте сейчас мы остановимся. Немножко размышлений. Значит, насчет того левого сервака, это чисто побаловаться. Друг позвал, я побаловался, мы сняли серию. Вот, и все, как бы на тот сервак мы не вернемся. Там я был лидером ФБР. Вот. А что касается этого сервера, сам ПРП-10. Сейчас было? Ну ладно. Во-первых, я повторюсь. Не надо мне писать в личку ВКонтакте. Не надо мне звонить на телефон в Сампе. Не надо мне писать смски в Сампе. Не нужно ко мне подбегать, орать Булкин. Я все вижу, если у меня есть настроение, я с вами буду разговаривать. Один человек в этом убедился. Если у меня нет настроения, я либо проигнорирую это в лучшем, либо просто, ну, я промолчу. Я просто, ну, я не знаю, я понимаю, что вы все школьники, вы еще не можете осознать, что это неприятно, когда вам, вы заняты своим делом, и вам доебываются просто до вас по полной программе. Вот. Ну, это первое, что я хотел сказать. Второе, о том, что... О главном, о наболевшем. Почему, собственно... мужик, уйди. Не продаю. Только попробуй спросить. У МИТа купил? Вали. Не знаю, кто такой МИТ у вас. Короче, одним словом, сервак оказался реально калом. Рассказываю почему. Во-первых, не надо говорить, что я так думаю, потому что мне не дали лидерку. Во-первых, да, мне не дали лидерку. Ни байкеров, ни в полицейском департаменте. Хотя это я понимаю, это уж я там так захотел. Мне туда все берут только тех, кто реально, мало ли что я мог написать в своей заявке. Ладно, не важно. А про байкеров я, ладно, промолчу. Насчет рифы. Данный момент только что поставили лидера рифы. Поставили того человека, который на этом серваке уже возглавлял лидерку Вагас и Грув. Также поставили лидера Балас, Отсек, Вагас и ЛКН. Ну, всех поставили. Естественно, я писал одну заявку на рифу. Я могу сказать грамотным языком, что моя заявка несла, ну, из всех тех заявок, которые были, именно написанные, которые было видно, что они не слизаны из других заявок и не взяты, скопированы откуда-то из интернета, моя была реально самая, ну, такая, самая объемная и самая грамотная. С точки зрения, как должен был оценить админ. Я не знаю, ну, допустим, хорошо, у меня была говенная заявка, допустим, я ее реально не прошел. Я признал бы это, если бы поставили лидера, у которого была заявка лучше. Рассказываю подробно. Про рифу я молчу, хорошо, там человек, который уже Грув был лидером на этом сервере, и Вагс, ладно, у него заявка была, кстати, маленькая, вообще не объемная, но вполне грамотная, вполне себе несущая смысл, хотя бы. Я про него молчу, он, ну, доверяет ему админ. Ладно, допустим так. Переходим к остальным. На Балаз подавал человек заявку, не вообще, видимо, взявший недавно учебник русского языка, ну, как-то прочитав его, потому что... Не, ну, кстати, ну, я бы не сказал, что он прям совсем безграмотный, но ошибки в его словах присутствуют, это заметно было по всей заявке. Далее он написал такой бред, что даже школьник поймет, что такой человек не должен быть лидером.
гораздо лучше были заявки на Балас, вообще были много нормальных заявок. Я не знаю, почему поставили именно этого человека. В общем, так вот получилось, что... А, еще этот человек писал заявки не только на Балас, а на все банды, которые можно было. Ну, то есть это означает, что ему насрать было, что главное лидерку получить. Он это получил. Правда, все уже предсказали будущее, что он останется на тире. Ничего не сможет играть, потому что я реально знаю, что человек говно просто. Готов лизать жопу за лидерку. Ладно, забыли о нем. Дальше переходим к... Нет, давайте к Вагас. Вагас, я тоже претензий в принципе не имею. Там поставили какого-то человека, но он вполне себе адекватный. Но тоже какой-то левый, непонятный. В принципе, в заявке в его не было ничего такого содержащегося, но... В принципе, по грамотности он, ну, не отличился. В общем, с грамотностью у него все в порядке. А, и самое интересное, это лидерка отсек. Тут я просто выпал. Там было 5 или 4 страницы заявок. И выбрали заявку. Человек 14 левла, который пишет предложение с маленькой буквы. Не связывает их вообще никакими знаками препинания, пишет какой-то бред, и всего в описании два предложения. Представьте, человек просто зарегистрировался на форуме. Я сейчас с мобильника зайду, дабы не прекращать запись в срапсы, я сейчас специально посмотрю заявку его и прочитаю вам, пока ее не удалили. А, еще не забудь потом про байкеров рассказать. Так, интернет. Сампер. Сейчас захожу на форум. Так, раздел игровых серверов. Десятый, где тут? Десятый сервер. Кстати, всех школьников и поступивших поздравляю с первым началом, почти 1 сентября. Я не знаю, когда я выложу, может уже 1 сентября. В общем, поздравляю. Ёпта, кто-то бегает. Десятый сервер. Лос Отсекас Ганг. Не открывайся ты. Во, заявки еще висят. По-моему, на третьей странице. Блядь. Сам четвертую открываю. Вот, третья страница. Еще. Так, оставим. Да, вот он. Нет, извиняюсь. 15-го левла. Его заявка. Так, ваш никнейм Максим Мелешков. Ладно, я его спалил имя, мне насрать, в принципе. Вы можете и так узнать, зайти на сервер. Чего мне скрывать-то? Просто не хочу оглашать. А, ваш примерно онлайн от 7 до 8 часов. Ну, в принципе, ладно, написал человек. Возможно, он реально задрот. Хотя я сам писал такой онлайн. Ну, в принципе, у меня такой есть, потому что онлайн имеется в виду, сколько человек проводит времени в игре, но не сколько он играет. Я могу просто в ФК сложить, раскладывать и... Ну ладно. А, имели ли вы баны на 10 или на других... А, варны баны на других... На 10 или на других серверах? Укажите. На 10 нет, было 2 варна на 0.3 Багаюз. То есть у него на истории 2 варна. Это админы проигнорировали. Дальше идем. Были ли выделены... Блять, что я за меня заплетать-то? Были ли вы лидером на 10 или на других серверах ранее? Нет, но очень хочу, и везде доходил до зама. Почему именно вы должны занять пост лидера данной фракции? А почему бы и нет? Подниму РП, введу новые подгруппировки с ошибкой. Написано, при моем лидерстве банда Отсек станет королем гетто. Что может послужить решением вашего ухода с поста лидера? Он написал, смерть или там конец света, ну или семья, года через два. И смайлик. Коренной ли вы игрок 10 сервера? Написано ЭТТ. Ак качал на 10 сервере, без запятые, сам от первого левла. А, там внизу там. Раньше играл на 0.3, но там другё... Ну, перепутал. Ак. Ваши идеи по развитию и нововведений. Просто вот сейчас этот человек просто достоин лидерки. Он пишет, поставьте и увидите порядок на форуме пец, не спец, а пец группировки,
опять с ошибкой, РП и, друг, и многое другое. Ну, дальше там, согласны ли вы с правилом? Ну, в общем, вот этот человек попал на лидерку. 5 страниц со заявками, этот человек попадает на лидерку. После этого, когда я это увидел, я понял, что 10-й сервер, либо, я не знаю, либо я не хочу оскорблять никого из администрации лично, они, в принципе, мне сначала понравились. Я здесь остался, я увидел ситуацию здесь, я решил, думаю, ну мне, ну буду я пытаться исправить. Потом увидел игроков, понял, что если я буду просто подниматься по карьерной ступени на 10-м сервере, это не получится, потому что здесь все основано на блате. Дальше я решил попасть на лидерку, дабы исправить положение хотя бы в одной банде и показать пример, потому что у меня есть большой опыт с 9-го сервера, и я бы справился. Но админы не захотели, и вот после того, что они сегодня натворили, у меня пропало желание играть на 10-м сервере. Я не знаю, либо админы реально головой тюхнулись, либо это все куплено и блат. Тогда мне нужно... Ну, по крайней мере, я бы лично не пожалел после такого, потому что это портит весь игровой процесс, и создатели даже теряют своих клиентов из-за такого вот. Потому что, ну, вам бы приятно было, если бы вы сидели несколько часов над заявкой, реально, или и другие люди, я не про свою лично говорю, там вот на отсек реально есть заявки хорошие, я не подавал, я подавал только на рифу. Сидишь ты над заявкой, пишешь ее реально от себя, конечно, таких людей тоже мало, и ставят на лидера человека, который не имеет представления вообще ни о чем. Вот, кстати, он, интересно, в сети вообще? Их же все равно снимут, рано или поздно. Рифа, вот, полить имена пока. Балас, это, смотрите, это админ сейчас сидит. Балас по-другому лидера зовут. Вот. Я не понимаю, какая им выгода совершенно от этого. Для чего они это делают? Ведь видно, что это, ну, что-то не так. Ну, по-любому же куплено это все. Либо куплено, либо Влад просто идет сплошной, причем наглую. Ну, такого откровенного, конечно, я не ожидал. Хотя, в принципе, я недавно порылся в подписи, ну, не порылся, так уж увидел в подписи у главного администратора сервера 10-го. В подписи написана ссылка на его контакт. Я посмотрел на... В принципе, он, кстати, ну, он, ну, не школьник. У него 18 или 17 лет, в принципе. Он занимается спортом там. Видно, что он... Ну, все-таки... Вот, ладно, я промолчу. Короче, я не знаю, что здесь творится. Мне сейчас охота перенести аккаунт. Я сейчас думаю, куда уходить. Наверное, я уйду на 08 сервер. Почему? Первое. Там он известен как и 9-й. В принципе, своя отыгровка РП. Второе. Там играет Максим Лобанов, который ушел, он там главный администратор, я его знаю с 9-го сервера. Ну, не знаю лично, просто знаю. Он, кстати, мне Варну давал один раз на 9-м за Багаюз. Вот, и тогда еще слетел с этого, с заместителя заведующего отделением Лас Вентурас. Ну вот. И поэтому... Я не знаю, ну, продолжать играть здесь... Вот смотрите, рассказываю, что может быть. Сейчас я нахожусь все еще на младший сержант. Никому вообще не интересно. Вообще никто не смотрит. Вообще никто даже не видит, что я не там не нахожусь. Вот, я то, что я катаюсь. Хотя у них написано все. Всем все равно. Если пойти в этот, как его? В ПД, там опять уже все по блату будут. Ну и... В бандах то же самое. Поэтому хоть на 8-й сервер пойти. Короче, это был мини-выпуск. Мини-выпуск с новостями. Напишите комментарии свои. Ай, мне больше нечего сказать. Поэтому посмотрим. Может, сейчас второй выпуск уже сниму. Пока что этот выложу. Пока. Обязательно, короче, выскажите свои комментарии. Напишите, прав я или нет. И на какой сервер переходить. Хотя, ну или хотя бы вообще, может, что-нибудь новенькое предложите. Ну нет, хотя я только на сам ПРП пойду. Всё.